Каждый год своей жизни я проходила сквозь круги огня, умирала и вновь воскресала, более сильной, более могущественной, с гордо поднятой головой. Я сама стала огнем. Я непобедимая Хюррем-Султан. Я птица Феникс. Я умираю в последний раз. Всех женщин этого мира, и все мое существо заключено в любви владыки моего сердца. Великолепный век на домашнем. Домашний. Всегда для женщин.